По статистике, современный пользователь проводит около 7 часов в день на просторах всемирной паутины. Это больше 48 часов в неделю. Насколько близки к этим показателям ульяновцы и какие сайты они посещают чаще всего, смотрите далее. Мы пользуемся интернетом. А сколько времени проводите вообще в интернете? Ой, не знаю. Их, если не отрывать от интернета, они могут целый день там сидеть. По-разному. Бывает, что весь день сижу, играю. А чаще вот, вы говорите, играете, а остальные сети просто новости просматриваете? Конечно. Пользуюсь, но не очень грамотно. А чаще где время проводите в интернете? Ну, просто новости смотрю и все. Больше ничего пока не делаю. А сколько только примерно в день уходит на это время? Ой, нет, я не злоупотребляю, у меня времени нет лишнего. Получается, что у меня отчетная работа именно как раз через соцсети идет. Причем по всем, и ВКонтакте, и Инстаграм, и Фейсбук, и Одноклассники. То есть мне ежедневно приходится много проводить времени. Ну, часов 5. А что больше, социальные сети, лента, поисковые браузеры какие-то? Социальные сети. Инстаграм? Да. Ну вот, приду и буду пользоваться. Сейчас уже больше. Надо же везде их записаться. И в это. Интернет только дорогой. Сказали бесплатно, когда будет, не знаю. Ну, около часа, если в среднем. А какие сайты чаще всего просматриваете? Ну, Яндекс, в основном поисковый сайт. А социальными сетями пользуетесь? Да, пользуюсь. Какими? Фейсбук, ВКонтакте. Сколько примерно времени отнимает интернет? Ну, почти весь день. Почти весь день? А почему так долго? Ну, потому что он очень нужен. Часа полтора-два проводим в WhatsApp, в Вайбере, переписка, информация. Зависит от того, чем я занята. Если есть учеба, то, соответственно, меньше. А если нет, то довольно часто. В день сколько часов получается? Часов. Если, ну, считать будний день, то часа 4-5, наверное. А выходные? Ну, выходные, наверное, часов 7. А социальные сети или просто поисковые какие-то страницы? Просто в российские. Инстаграм, ВКонтакте? Да, Инстаграм. А сколько на вскидку времени? Один час. Немного.